Євген Арановський, головний арбітр цього поєдинку, дає стартовий свисток. Дивимося, що відбувається далі. Закидання вперед, навіс. Тут ніхто з футболістів Орскли м'яч не перехоплює. І Олексій Гуцуляк опиняється на ударній позиції і забиває перший м'яч у цій зустрічі між 8 і 10 секундою. Футбол – це особлива планета. Тут живуть закохані у гру люди, їх мільйони. Тут особливе повітря, яке наповнене запахом трави та шкіряного м'яча. Передчуття гри – це завжди свято. Заповнений стадіон розбурхує кров, а улюблена команда – найкраще. І якщо більша її частина має на меті загнати м'яча у ворота противника, то на протилежному боці поля залишається той, хто відповідає за недоторканність свого 7-метрового каркасу із пружною сіткою. Як вартовий у прапора полку – пост номер 1. Це дуже важлива та відповідальна служба. І випадкових людей тут немає. Воротар – це характер на все життя. А якщо ти народився у день космонавтики, як воротар спортивного клубу «Дніпро-1» Валерій Юрчук, то польоти за м'ячем триватимуть дуже довго. І як тут не згадати слова Юрія Гагаріна про те, що космос починається за метр від Землі? Як-то так вийшло, в дитинстві мечтав. Ну, як-то була мечта стати космонавтом. Ну, у мене ще були, звісно, мечти, але не вийшло. Ну, нравилось просто. Тогда все окрылённые были Гагарин, всё доносили до нас. Начался мой путь во дворе, я года 3 играл со взрослыми ребятами, и мне очень нравилось. Не всегда, конечно, мне место находилось на поле, потому что все были постарше. Вот, и я маму и папу упрашивал очень сильно, чтобы отдали меня в футбол. У меня очень много одноклассников ходило с параллельных классов, поэтому... Мне очень хотелось, но у меня было сотрясение, я упал, и, вот, и пришлось чуть-чуть ложить. В итоге меня мама с папой отвели, и я попал к садовнику Алексею Ивановичу. Вот, и у него долгое время я тренировался, наверное, вот лет с 7 до 10, до 11. Рідко зустрінеш хлопця, який хотів би стояти у воротах. Играл и... В центре играл и защитника. У меня, кстати, неплохо получалось. Вот. Но получилось так, что 10 лет был как выпускной для нас. Это был отбор в Днепромайн, в сборную города или области, не знаю, как это было тогда. Вот. И на турнире мы играли в зале, и получилось так, что Садовников попросил, чтобы я встал на ворота, и я встал. И... Меня подорожняк забрал уже как вратаря в сборную, и я не мог ему доказать обратное, что я не вратарь, что это случайность. Вот. А, наверное, вот благодаря нему я полюбил, наверное, свою профессию ему, и потом первый тренер по вратарям был, это Стрижевский. Вот. И они показали все, в принципе, упражнения, все... того, що я нічого не знав. Я знав, що от треба треугольничок ловити м'яч, все. Воротар – це насамперед особистість зі своїм особливим характером. Це, наверное, психологія. Це, наверное, чоловік, який має читати гру. І, ну, все одно має бути сила, ловкость. Без цього нікуди. Человек с характером, с непростым характером, сразу скажу, потому что у него есть свое такое видение и тренировочного процесса, и футбола. Вот. Он по существу с начала образования в команде. Вот. И если он остался в этой команде, значит, он доказывает свою состоятельность. Работать с ним непросто, но интересно. Творчість у воротарській роботі – це особлива субстанція. Це надіжність. Це не робити ніяких трюків. Просто займати правильне місце в воротах і не пропускати. Радянська школа наполягала на роботі руками, а сьогодні воротарі грають ногами. Це моє видіння футболу, і я думаю, що в якійсь мірі я прав, тому що... Если, опять же, есть нюансы. Если человек сблизился с вратарем, тогда можно играть ногами. А если средняя дистанция, руками, естественно, намного и больше объема захватываешь и закрываешь больше ворот. Я это практикую, и я считаю, что я прав.
Тренер наполягає на ловлі м'яча, а найчастіше у грі воротарі грають на відбій. Ловля воротаря, мені кажеться, це самий перший критерій качественного воротаря, тому що відбивати, да, можна, опять же, якщо ти поймав м'яч, ти вже починаєш свою атаку. А так, якщо відбив, то може бути і угловий, і штрафний, і добивання. Тобто до цього стремимося, а так все по ситуації. Якщо удар сильний і близько, то нет смисла ловити. А якщо простий м'яч, його треба ловити і починати атаку свою. Воротарем може стати далеко не кожен. Я думаю, что первое – это бесстрашие, потому что трусов, они просто не приживаются в воротах. Вот. И второе, я думаю, что психологическая устойчивость. Хто стане у ворота на найближчий матч – завдання не з простих. Я рекомендую главному тренеру, как обычно, решать главный тренер. Хто втомлюється на тренуванні більше тренера чи воротаря? Це питання ми адресували тренеру та Валерію Юрчуку. Это... Мне кажется, по очереди. Не, бывают тренировки, когда действительно нагрузки приличные для них и для меня. Вот. А так, я думаю, где-то плюс-минус равнозначно. Я думаю, вратарь. У Васильевича точно вратарь. Напруга хвилювання у всіх настає в різний час. Наверное, оно просыпается до игры. Напряжение, но потом со временем ты успокаиваешься. И когда ты выходишь на поле, навіть вже в розмінці ти вже себе нормально чувствуєш. Воротар схожий на мудрого виконроба, який вибудовує стінку. Ну, у нас є для цього тренерський штаб, який назначає, хто становиться в стінку. Я лише регулюю, з якого місця, скільки чоловік, теж скільки для мене необхідно. Треба искать, щоб видно було. Звісно, це завжди тяжело, але зараз зробили нові правила, там, де не можна, щоб команда суперника мешала обзору. Раніше становилась стінка 5 чоловік, плюс ще 2-3 чоловіка з чужої команди, і тоді було зовсім тяжело. Зараз вже такі правила, що якась щель все одно є, і, можливо, чуть-чуть легше. Стара воротарська школа вчить, що треба на м'яч кидатися руками. Зараз воротарі найчастіше у відбір йдуть ногами. Ні, все одно руками вперед. Ну, я от вийшов руками вперед 2 роки назад, і мені зламали кость на лице. Поэтому, ну, тут как бы такое, ну, вообще надо смотреть по ситуации. Конечно, руками быстрее будет и надежнее. Грати у воротах дуже складно, але й сидіти на лаві запасних непросто. Для меня, наверное, тяжелее находиться на скамейке, потому что ты ничего не можешь поменять, никак помочь. Я даже сидя на скамейке, бывает, я кричу, поэтому, ну, возможно, я так успокаиваюсь, не знаю, но мне хочется подсказать в какой-то момент и помочь. Як радіє воротар забитому м'ячу, якщо стоїть у воротах? Я радуюсь сам собой, про себя. Ну, честно, радость все равно как-то, как бы ты испытываешь, как вместе с командой, но ты, ну, я не бегу лично. Есть, которые бегут. Валентин бегает иногда. Вот. Ну, все по-разному. Для меня это большая радость, но большую радость в конце игры я ощущаю. Мы с ним с одного возраста, еще с Академии Днепра, познакомились, подружились. Был там небольшой период, он пошел своей дорогой в Ахтырку, в другие клубы. Я пошел в Динамо, пошел в Литве, в Прибалтике поиграл. И так сложилась судьба. В 2017 году мы встретились в этой команде и решали общую задачу, и до сих пор решаем с ним. Капитан та голкіпер зобов'язані командувати на полі. Ну, это по ситуации, общепринятые понятия, то, что вратарь должен подсказывать всегда, у него не должен закрываться рот. Я со своей стороны тоже вижу ситуацию, партнерам обязан, даже не могу, я обязан подсказывать. Спокій команди завжди пов'язаний із воротарем. Да, спокійно. Здесь, опять же, зависить від самої гри, від манери гри. Здесь должна исходить уверенность і від Юрчука, і від Валери, і від лінії защити, і від команди. Старий друг знає всі плюси та мінуси. Ну, я можу точно сказати, так як я його дуже давно знаю, він дуже покладистий і відповідальний чоловік. Это вот 100% я, наверное, выделю, если брать самую такую весомую, наверное, часть, я это отмечу.
Спортклубу вже виповнилося 6 років. Годи пройшли однозначно плодотворно, я так можу підвести, тому що були і хороші періоди, були і не дуже періоди. Ну, так як команда прогресує з року в рік, це доказується результатами, доказується турнірна таблиця, і тим не менше ми в началі пути. Поэтому я только вижу прогресс команды. Я надеюсь, что в таком же темпе мы будем и дальше прогрессировать. Протистояння з головними конкурентами – це лакмусовий папірець істини. Это были наши конкуренты. Мы перед зимним перерывом настраивались немножко отцепить Александрию, чтобы они были подальше. После игры с Александрией на хороших положительных эмоциях обыграть нашего конкурента мы подошли к Орске, отнеслись к серьезно к игре, и поэтому такой результат. Я считаю, ни одного шанса мы им не оставили у себя дома. Головне про свою дружбу. Цементирует, если можно так выразиться, это повседневный наш общий труд. Если так уж сказать, что мы там прям дружим целые сутки там вместе и проводим там за футбольным полем, нет, но опять же, так как мы с ним еще с академии, так как мы с ним с начала создания нашего клуба, поэтому мы с ним поддерживаем хорошие отношения. Я желаю Валерия, он очень качественно, классно провел весеннюю часть. Я желаю ему, тем не менее, карьерного роста. Еще, я думаю, для вратаря 30 лет – это не возраст. Поэтому, Валерия, всего хорошего. Якою має бути дружина у футболіста? Цікаво дізнатися у холостяка. Наверное, та, которая его понимает, которая понимает, что это за профессия, которая готова идти за ним на край света, которая готова, если он уедет в другую команду, поехать с ним, потому что поддержка близкого человека – это очень, очень важно для нас. Завжди приємно бачити на трибунах своїх родичів та друзів. Чаще всего, наверное, родители. Вот, они раньше как-то так сильно не получалось, то по работе, то еще как-то, но вот я когда был еще в Днепре 2, у меня родители очень долгое время не живут вместе, но на футбол приходили, и мне было очень... Ну, я был счастлив видеть их, и папу, и маму вместе на стадионе, и что они за меня болеют. Сейчас папа ходит, и мама, и брат с женой ходят, друзья. Обычно я их вижу. Ну, перед игрой, пока играет гимн, я могу их увидеть. Они всегда сидят и стоят на одном и том же месте. Раньше у друзей были абонементы до пандемии, и я всегда знал примерно, где, в каком пролете они стоят. У мамы вся жизнь связана с одним местом работы. Она работает на предприятии, они шьют одежду. Вот всю жизнь у нее один практически коллектив. Она никогда не хотела оттуда уходить, ей все нравится. Она как будто нашла свое призвание. Вот, папа раньше работал на фабрике обувной, сейчас он работает офисное здание. У меня брат занимался, наверное, всем, чем можно было. Вот, с детства, я помню, мы его с мамой водили на тэквондо, он ходил, потом он пошел на танцы, и меня за компанию брал иногда, тоже что-то мы там выступали. Вот, потом, когда в школу пошел, он в баскетбол играл, в волейбол, в футбол со мной он играл только вот там во дворе. Після розвалу легендарного Дніпра дуже багато уболівальників не стали ходити на матчі спортклубу. Я считаю, что здесь уже очень много разговаривали на эту тему, и я тоже выходец из ФК Дніпра. Я вырос, я с первого дня существования академии был в Днепре. Вот, поэтому для меня тоже это тяжело, тяжело понимать, что этого клуба нет. И можно сказать так, что этот проект спасает футбол в этом регионе. Потому что, ну вот, если бы не было профессиональных команд в Днепропетровской области, то не было бы, наверное, и академии. Так как академии некуда стремиться, некуда выпускать своих ребят. Этот проект, ну, сейчас меньше болеют, но я надеюсь, что со временем все изменится. Вырастут новые болельщики. Якщо команда вийде на європейський рівень, кількість вболівальників зросте. Думаю, что да.
Я думаю, что и сейчас, если бы не пандемия, то ходило бы намного больше людей. Поэтому я жду, что либо сделают все вакцины, либо как-то все закончится. Надеюсь, этот коронавирус пройдет, и болельщиков будет больше. Потому что нам нужна поддержка людей. Андрій Лунін сьогодні грає в мадридському «Реалі». Він приїжджав, він тренувався з Васильичем, от ми спілкувалися. Пару років він підряд приїжджав, в відпустці займався. Ну, я сподіваюся, що у нього буде шанс, і він їм використовується. Він дуже хороший чоловік і вратарь, тому я думаю, що у нього має вийти. Ну, труд не проходить зря, я сподіваюся, що вийде. Одні кажуть, що досвід приходить із віком, інші – з кількістю проведених матчів. Я думаю, он у всех по-разному. Но, например, мне говорили, что давай, тренируйся, играй, играй. Все равно где, ну там после 25, только после 27, только вратарь становится стабильным. Ну, тяжело так. Тяжело, но я играл во второй лиге, я был в Днепре 2, мы провели 2 сезона, я не знаю, я там... Було в 60, мабуть, пропустив. Ну, дуже тяжело було грати з дорослими ребятами і на, так, ну, на такому рівні. Вроді, як би, у нас неплохая команда, молода, але там фінанси, там інші задачі, вони грають за гроші. Вот. І тяжело, а рости теж треба за щось кушати. До 27 років треба щось як-то где-то, виходить, ще працювати. Вот, ну, я думаю, что у каждого вратаря по-разному развивается жизнь. Я думаю, что если бы кто-то поверил и дал играть, вот Андрюхе дали играть, он себя проявил и выстрелил. Поэтому если давать молодым шанс, то я думаю, что будет, может быть, чаще становиться стабильными в таком возрасте. Подальша футбольна дорога. В Корее, наверное, будет, на Универсиаде. За сборную студентов ездил. Не во многих, честно. Где-то, ну, в Турции был, наверное, в Египте, в Германии, в Испании. Ну, это так было. Не, ну, в Турции постоянно. Я ни разу в Турции не отдыхал. Я вот все время ехал, это на сборы. Для меня Турция ассоциируется. Это потренировался, поспал, поел. Вот этот режим. Не отдых. Кожен із нас щось привозить із-за кордону. Завжди покупаю магнітики. Ну, чесно, я навіть їх не вішаю. Ну, мамі я дарю, мама вішає магніти. Я як-то от зовсім не. А це якусь таку тенденцію завели. Як-то всі просять магніти, ну і покупаєш і собі. От я коли перший раз поїхав, мені попросили, от привези нам магнітик. Ну, от я і купив жменю їх. Я привез, тому подарив. А сами, ну, не у всех уже холодильники, у всех зашиты холодильники, там уже некуда вешать тут магнит. Життя не обмежується одним футболом. Сейчас, наверное, так более спокойно провожу время. Раньше я мог и ходить, я на ТРХ часто ходил, у меня друг тренирует здесь, в Днепропетровске. Вот, всегда я как-то заполнял пробелы в выходных, походами к нему. Сейчас я больше, наверное, отдыхаю, потому что провожу здесь, в зале, очень долго, многое время, так как после травмы и очень много мне наш тренер дал упражнений, которые надо заниматься, и это регулярно надо. Поэтому сил не хватает на какое-то еще дополнительное, на дополнительную нагрузку. Ну, а так с друзьями провожу время, с родителями. Стараюсь чаще к родителям ездить. Сидим, общаемся, иногда кушаем. Ну, не всегда. Как-то они уже привыкли, что я могу быть не голоден. Чай або каву? У кожного свои приоритеты. Чай. Это разные, люблю. Честно, как-то сильно не заморачиваюсь. Ну, больше, наверное, какой-то черный. Кофе для меня это вот только... Легкий кофе с молоком и все. Є старе захоплення комп'ютером. Ну, это с детства, наверное, еще было. Так как я рос в то время, когда компьютеров ни у кого не было, и все ходили в компьютерные клубы. Вот, и, наверное, из-за этого я и с братьями ходил в компьютерные клубы. Иногда школу прогуливали. Вот, нас мама там оттуда забирала. Ну, как-то нам нравилось, вот мы играли в игры.
Ну, видно, потому що цього не було в дитинстві. Комп'ютер – це не єдине його захоплення. Фільми, наверное, я смотрю много. Ну, для мене как-то вот из всех фильмов вот Гладиатор для меня какой-то вот я вот в любой момент могу его включить, типа смотреть и как первый раз эмоции я получаю. Вот. Сейчас, наверное, больше сериалы смотрю, слушаю аудиокниги. Книги побольше про психологию, больше вот я слушал про Ибрагимовича. Буфон, подарили мне книгу, я прочитал, очень понравилось. Вот мы как два разных человека, два разных вратаря, и я очень всегда стараюсь быть серьезным. У него в книге он вообще, он был такой разгильдяй, так как он написал это все, и тяжело его воспринимать, так как я его видел всегда другим. А в книге он описывает, каким он был, и, ну, в моих глазах он был другим. Музыку, да, как-то вот разную слушаю. То, что все напевают, как-то я шазамлю и слушаю. Сейчас это очень легко и на радио. Ну, в машине, наверное, больше радио слушаю. Воротарські травми – особливий період у біографії. Это, ну, не обязательно вратарские. Это, в принципе, для игроков, которые получают травмы, это очень тяжело психологически. И находиться, ты вроде как бы и в команде, но ты не можешь и участвовать во многом. И все равно такое ощущение, что ты вроде как наедине сам с собой. Поэтому для многих это тяжелое время. Хлопчику, який вирішив пов'язати себе з воротарською долею, Валерій Юрчук не обіцяє гладкого шляху. Знаєте, мене коли спрашують, там, от, хотим от, вратарем отдати. Ну, це дуже тяжела така професія, іменно вратарь, тому що, во-первых, вона психологічно тяжела, тому що дуже тяжело, забивают вся команда, пропускает, і в итоге один вратарь виноват. Вот, поэтому с этим тяжело справляться, и не все могут. Иногда очень взрываются. Наверное, больше работы пожелал. Помилка воротаря врізається в пам'ять краще, ніж помилка польового гравця. Наверное, чуть-чуть не так. Если вот в таком матче, когда 5-0, очень такой спокойный счет для нас, мы пропустили один, никто не будет вспоминать, там, нет, это все понятно, что он виноват, он понимает, что он неудачно сыграл, но они хотели, точнее, отдал бы, и они бы вышли из-под прессинга, и было бы все нормально. Вот, а как для вратаря, ну, если бы был счет 0-0 и пропустил, тогда да, тогда тяжело, ну или там 1-1 и в конце. Але мільйони вболівальників добре пам'ятають знаменитий гол Шевченка, після якого зламалася кар'єра Філімонова. Перевод м'яча в штрафну площадь. Там Лужний тягне руку. Лужний-то совсем один. Совсем один. Філімонов! О, Боже мой! І Філімонов забрасує м'яч в свої ворота. Тут ще залежить від підтримки, мабуть, тренерів. Так буває. Ну, от любви до ненависті один шаг. Якщо з ненавистю багато що зрозуміло, то на запитання про кохання так і немає точної відповіді. Любов – це, мабуть, коли ти чуєш якусь родинну душу рядом з собою, яка підтримує тебе в будь-який момент, в будь-яку хвилину. Сон чітко визначає психологічну стійкість спортсмена. До ігри. Я до ігри можу... Мы с Серым, с Логиновым живем всегда перед играми, и он весь день не спит до игры. Я могу весь день вот спать, покушал, лег. Я стараюсь максимально провести это в спокойствии. Даже я, вот, чтобы ему не мешать, я иногда в берушах сплю, чтобы он мог. Поначалу нам тяжело было, я всегда шторы закрываю, он, блин, я не могу, говорит так. Ну, потом привыкли, я чуть-чуть... Він відкриває штори і займається своїми ділами. Від того, наскільки людині комфортно у команді, залежать і її виступи. Я думаю, що тут всі дружні і, знаєте, не всіх виходить тут освоїтися. І так же само, як в інших командах. Не всі будуть говорити, що тут добре, хоча от, ну,
большинство себя чувствует хорошо здесь и всегда говорят, что лучшего коллектива не видели, чем здесь. Канікули, Новий рік, зимова казка. У цей час завжди хочеться кудись поїхати. Чесно, ще не думав, ну, возможно, во Львов, це буде перед Новим роком. Хотілося на море, але із-за пандемії як-то, вот, не, возможно, не сложиться. Во Львов просто красивий город. Я там, чесно, ні разу не гуляв. Я багато раз був на іграх і обратно. Хотілося б побачити, і це буде католицьке Рождество, і було б цікаво.